Семь северодвинских семей в музее Центра судоремонта «Звездочка» из рук руководства получили заветные сертификаты на покупку жилья. Документы покрывают лишь часть стоимости квартиры, но, как отмечают сами люди, вклад завода в семейный бюджет все же весомый. Суммы колеблются от 300 до 800 тысяч рублей. Семь семей сотрудников «Звездочки» давно нуждались в улучшении жилищных условий. Теперь, благодаря поддержке северодвинской верфи, они смогут покрыть часть суммы на покупку квартиры. Очень приятно, что на нашем предприятии на высоком уровне развиваются социальные программы. Это очень большое подспорье, особенно для молодых семей. Хочется пожелать дерзать дальше, вперед. Огромное спасибо. В этом году сотрудники Центра судоремонта за счет средств сертификатов покроют часть своих ипотечных кредитов. В следующем году по новому законодательству этого уже не сделать. Деньги можно будет потратить только на покупку нового жилья. Тем не менее, суммы от 300 до 800 тысяч рублей для семейных бюджетов немалые. Тот вклад, который сегодня мы помогаем молодой семье, он может быть, значит, не такой большой, но тем не менее... Мы создаем все условия для того, чтобы специалисты остались у нас и работали на предприятии. И мы очень радуемся, что в этот очередной раз вот здесь те счастливчики, которые мы, значит, помогаем. «Звездочка» уже не первый год участвует в софинансировании приобретения жилья молодыми сотрудниками. С 2011 года сертификаты на покупку квартир получили 28 семей. Предприятие вложило в будущее своих рабочих порядка 7 миллионов рублей. В 2013 году материальную поддержку получили 8 семей, но на следующий год число сертификатов пока неизвестно. До сих пор не утверждены лимиты средств, которые планирует выделить федеральный центр, а вместе с ним и область.